Трагические известия подтвердились. Петр Мамонов. Петр Мамонов пятый день лежит в реанимации с коронавирусом. Актер и музыкант, сооснователь рок-группы «Звуки Му» Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом. Он находится в реанимации, рассказала журналистам его жена Ольга Мамонова. Музыкант в апреле отметил свой 70-летний юбилей. Петр Мамонов госпитализирован в коммунарку, находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Он поступил туда пять дней назад, в воскресенье, сказала госпожа Мамонова. По ее словам, у господина Мамонова поражено 87% легких. Его состояние оценивается как тяжелое, он поступил туда в воскресенье, у него была температура, мы ее сбили. Когда началось поражение легких, мы в срочном порядке вызвали скорую. Поражение легких 87%. Ковид подтвердился, рассказала она. Супруга госпитализированного музыканта Петра Мамонова Ольга призналась, что они с мужем не делали прививки от коронавирусной инфекции. По словам Ольги Мамонова, она уговаривала мужа пройти вакцинацию, но он не хотел. Да и сама потом перестала хотеть. Надо было нам их сделать. Зря не сделали, тем более сейчас говорят, что опять какая-то волна пошла, цитирует Мамонова одно известное издание. Напомним, в августе 2019 года Мамонов попал в реанимацию с инфарктом. Тогда ему провели одну за другой две операции на сердце и выписали. Петр Мамонов, советский российский рок-музыкант, актер и поэт, основатель и лидер музыкальной группы «Звуки Мо». Он также известен своими ролями в фильмах «Игла», «Остров», «Царь», «Шапито Шоу». На 24 сентября назначен творческий вечер Мамонова в Минске. Предыдущий вечер, посвященный 70-летию музыканта, прошел в середине июня в Красноярске. Рок-группа «Звуки Му» появилась в 1980-х. В разные годы она исполняла музыку в таких жанрах, как экспериментальный рок, психоделический рок, постпанк и лофи. В 2005 году группа прекратила свое существование, а затем в 2015-м Мамонов анонсировал создание группы под названием «Совершенно новые звуки Му».